Мы отлично искупались на водопаде Дуриан. Это Дуриан называется? Да. Дуриан. Может, здесь где-то Дурианы растут? О, да, смотри, смотри, вон ящерка. Смотри, ящерка, вон. О, чудо, это ящерка. Все, пошлите. Теперь экскурсия в самый низ водопада Дуриан через джунгли. Пожалуй, одна из самых интересных – это подъем через джунгли. Да, и спуск, потому что здесь очень красиво. Все в джунглях, в листиках, в водичке. Красота, одним словом. Да, этот водопад, наверное, самый красивый из тех трех, что мы видели. Да, кстати, это третий водопад в Ланкаве. Подъем на него довольно-таки крутой, но красивый и несложный. Ну, вообще природа такая, красота. Лианы, джунгли. Места для отдыха сколько много. Если с семьей приехать, пикничок, пожалуйста, барбекю, милое дело, вообще красота. Че? Это тот шланг, по которому Андрей воду наверх подает. Это спецотряд спецназначения муравьев в количестве 15 штук. Они, походу преследуют нас. Реально. Один вроде вышел. Очень опасно. Сланец в опасности. Кстати, два вида тут вон, эти есть. Потом хоп, опять строится. Спецотряд муравьев. Прикольно. Пойдемте. Ну, продолжим наше исследование водопада Дуриан.
Ну и вот мы практически уже в самом низу. Лестница, кстати, искусственная, но сделана настолько гармонично, что нисколько не убивается из общего фона природы. Листьев, корешков, муравьев и тому подобной живности. Но, собственно говоря, да, деревья качаются. Нужно быть внимательным. Может пролететь чем-нибудь тяжелым. Буквально недавно сидел в отеле. Одна из девочек прилетела по голове тяжелым плодом. Она, конечно, смеялась. Было, видимо, больно. На этом мы, пожалуй, экскурсию по Дуриану завершим и скажем спасибо этому водопаду и джунглям, конечно же. Ну и нашим туристам.